Телеведущему, журналисту и публицисту Анатолию Вассерману предоставлено российское гражданство. Указ подписал Владимир Путин. В сентябре прошлого года Следственный комитет Украины, Вассерман родился в Одессе и до сих пор являлся украинским гражданином, открыл в отношении него уголовное дело, обвиняя в сепаратизме. Стать гражданином России, по словам Вассермана, он очень рад, цитирую, «дело теперь за малым, разобраться в том, как отказаться от украинского паспорта. В нынешних реалиях это дело непростое».